Что ни говори, мы проживаем в уникальном регионе, природные условия которого неизбежно меняются. И теперь, насколько прогрессивная геология будет развиваться, во многом зависит от подрастающего поколения, которое уже активно проявляет неподдельный интерес к данной науке. Об этом хорошо свидетельствует состоявшийся в стенах КФУ республиканский КЕС-чемпионат. Это чемпионат, где предлагаются ситуационные решения. Они получают реальную геологическую задачу, которую им нужно решить, продумать все стадии решения. Мы проводим очень большую работу со школьниками, чтобы школьники не просто приходили, скажем, к нам в институт геологии, нефтегазовых технологий на слово «нефть». Вот хочу быть богатым, хочу... Это неплохо, это хорошая такая мысль, да? Но в принципе, мне бы хотелось, и нам бы всем хотелось, чтобы эти ребята, которые приходят к нам на первый курс, они интересовались бы геологией. Заниматься геологией я начал 3 года назад, в 7 классе, как только поступил в IT-лицей. Ну, сперва меня этот предмет, ну, не предмет, а именно само направление как-то не привлекало. Ну, ходил так, когда как. Потом, в последующем, я понял свое предназначение в сфере геологии, и меня это увлекло. И вот сейчас, я уже поучаствовал в республиканских и всероссийских олимпиадах по геологии. По крайней мере, в данный промежуток времени это просто мой интерес, мое хобби. Но в дальнейшем, конечно же, я могу передумать и пойти более глубоко в этой сфере. Но вот дилемма, откуда ребята могут узнать геологию до необходимого уровня, чтобы не побояться попробовать свои силы на республиканском чемпионате. Ведь в школах, как правило, данную науку не преподают. Мы попробовали разобраться в этом вопросе. Достаточно большое количество детей проявляет интерес. Вот в данный момент у нас в институте, при институте есть 39 базовых школ из 22 муниципальных районов Татарстана, где идет подготовка юных геологов. Как нам стало понятно, качество инженерных кадров является определяющим фактором конкурентоспособности не только самого специалиста, но и нашего государства. Инженерный чемпионат является дополнительным этапом формирования профессионализма будущих специалистов нефтяной отрасли, промышленности, а вузу и компаниям позволяет объединиться в рамках подготовки инженеров будущего. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс.